Оно как гахнуло сразу, понимаете. Стекла начали лететь, все летит, люди кричат. Повезло, наверное, что он ко мне сюда больше не прилетел. У Семи 40 ранку, пронула вибух. Автобус маршрут 146. Наразі знаходився на зупинці. Взривною волною було вибито, бачите, да, вікна автобуса. В автобусі знаходились люди. Ніхто не постраждав. Водій прийняв міри щодо випуску людей. Люди пішли в укриття після цього. Автобус також залишався на місці, водій також покинув автобус. Після того, як вже можна було рухатися, автобус направився вже до АТП. Зараз ми знаходимося безпосередньо в автотранспортному підприємстві. Да, одно стекло осталось, а второе... А вот даже лючок вырвало, вы же видите, вот, лючок, был лючок, я что, отнимаю его вообще. Только собрался отъезжать, услышал взрыв. Выбило мне стекла, спасло, может, от удара, чтобы повырвало люки, что смягчило, наверное, удар. Может, даже смягчило из-за того, что перегородка за водителем сильно высокая, автобус. Так, наверное, остался жив. Так, вроде все нормально. Пассажиры не пострадали, сразу все вышли. Ну, их утро было, их там мама была. Все вышли, двери открыли, они сразу выбежали, побежали, наверное, в укрытие, все.